шкаф-купе зеркальный. Вот так в коридоре. Да, это хорошо, то, что он узкий, и получается коридор, и сразу, как говорится, это получилось. И зеркальный, и он просто такой воздушный, что его не видно. Но здесь зато видно огромные вот такие тыквы. Они где-то метр высотой и в диаметре где-то метр. А где-то приблизительно такие, как шкаф. Огромные такие. У меня в прошлом году она такая. Вот такой вот шкафчик в коридоре. Он очень элегантно смотрится. Он весь зеркальный. Ну да, ну, такой вот профиль у нас. Вот так вот он одним пальчиком открывается. Здесь у нас одежка. Ууу, тут одежки помещаются. 33 плечика. Можно повесить. Плечики поперечные. Вот такой вот планочкой скрыты у нас эти поперечные вешала. И здесь у нас море вещей, а здесь масса обуви, и все у нас входит. И вот так вот мы его закрыли, и ничего не видно, опять одно зеркало. Это вот на весь коридор у нас идет такой шкаф, от входной двери и до перегородки, до дверного проема, который этот, вот такой шкаф. Заказывайте в Озерске.